На данный момент 66% образовательных учреждений края охраняются всего лишь штатными сторожами, которые чаще всего не имеют нужной квалификации. Глава региона настоял на том, чтобы школы переходили на специализированную охрану, возможно, даже в неведомственную. Можно без конца кивать на отсутствие денег или иные проблемы, но я еще раз говорю, что это кивание сегодня не поможет ни вам, ни нам и никому в целом, потому что на кону стоит безопасность, если хотите, жизнь детей. Это самое дорогое, что есть в обществе. Оптимальный вариант – переходить на государственную охрану или профессиональную. Пусть она дороже, но зато ее сотрудники – профессионалы, которые смогут оперативно отреагировать в нештатной ситуации. Полиции и органы прокуратуры прошу организовать проверки этих ЧОПов. Понимание того, что ЧОПы тоже должны быть высокоподготовлены. И это на самом деле должны быть не сторожа в форме, что подчас тоже ЧОПам свойственно, а я убежден, высококвалифицированные сотрудники охраны. Вениамин Кондратьев также дал указание дополнительно проверить школы и детские сады. Там должны быть установлены системы вывода сигналов тревоги напрямую в пожарные части.